мы совершили сегодня божественную литургию, мы причастились из одной чаши, мы свидетельствовали, что Церковь Бога жива, не одолели никакие гонения и испытания. Она, наш народ, подобно великому дубу, в исторические времена гонения безбожной власти гнулся, но не ломался. Благодарю всех святителей, которые почтили меня своим присутствием, приняли участие в богослужении, украсили наше торжество. Я благодарю всех вас, дорогие братья и сестры, наших гостей и делегации Соединенных Штатов Америки, из Румынии, из Молдовы, всех, которые наполнили сегодня эту земную красоту, этот величественный Дом Божий. Всем вам я желаю здравия и спасения. Моя особая благодарность матушкам и гуманям, понашествующим братьям сопастырям, с которыми мы приходится трудиться ежедневно. Хочу сказать словами апостола Павла: усердие не ослабевайте, Господу служите, духом помяните, пусть каждого из нас изобразится Господь наш Иисус Христос через добрые дела, через святые жизни. И пусть каждый у нас живет так, чтобы все было в жизни христоцентрично, от Христа исходило и к Нему все возвращалось. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Духа Святого пусть пребывает со всеми вами. Аминь.
Стоп, сейчас.